Всем доброго дня! Сегодня я хочу рассказать о произведении Петрова Водкина «Семейный автопортрет», где он написал себя вместе с женой Марией Федоровной и дочерью Еленой. Вот это произведение. Елена была поздним ребенком, очень долгожданным, и когда она наконец появилась, родители ее просто обожали. И, конечно, отец ее писал неоднократно. Много лет спустя Елена Кузьминична Петрова-Водкина-Дунаева рассказывала, как писался этот портрет. Оказывается, он должен был быть двойным. То есть художник планировал изобразить себя вдвоем с женой. Но во время одного из сеансов позирования дочь Елена подошла к матери и нежно к ней прижалась. И тогда отец решил включить ее в композицию. Так портрет стал семейным. И, кстати, именно фигура девочки как раз осталась незавершенной. Лицо едва намечено, и сквозь ее плечо тоже просвечивает одежда отца. И вообще, этот портрет написан поверх натюрморта. Вот такой вот интересный факт. По всей вероятности, когда художник приступил к работе, у него не оказалось чистых холстов. И тогда он взял одно из своих старых произведений и начал писать прямо поверх него. Это хорошо заметно в левой части картины, где сквозь красочный слой просвечивает тот самый натюрморт. Спустя много лет Мария Федоровна вспоминала, что она спросила своего мужа: «Почему ты написал себя поодаль от нас?» И он ответил: «Скоро я не буду с вами». И действительно, несколько лет спустя художника не стало. Портрет так и остался незаконченным. Берегите своих близких. Всего вам доброго, хорошего дня.